возомнил, что ты особенный. Не такой, как все, да? Это ты сказал. Ты хоть раз работал на другого человека? Ты действительно хочешь со мной поспорить? Выиграешь, уйду я. А если проиграть? Уйдешь ты. Александра Нейт, типа звезда. Раз в 2-3 недели водители увольняют. Вон. Я понял. Если я устроюсь с ней на работу, не продержусь месяц, я выиграю пари. Музыку выключаем. Правила не нарушаем. Едем по бесплатной дороге. По бесплатной пробке. Это у вас в ушах пробки. Это ж скунс, а? А, сфинкс. Очень осторожно с моей кошечкой. Нищадя ада. Я бы с химчистку послал. Это что? Кошкины шапочки, курточки. Пробка минус 2% из зарплаты. Извините. Метро – это быстро и удобно, да? Сколько тут всех? Кого? Людей. Грабить банк, Игорь. Считай, что это розыгрыш. Почему вы пошли грабить банк, владельцем которого вы являетесь? Что, вам так деньги нужны, да? Нет. Азарт, друг мой, азарт. А вы веселый. Гражданин Бабурин. Принеси попить, пожалуйста. Ты че, мужик? Берега попутал? Давай. А почему ты его в первые 2 дня не уволила? Сам готовил. Ну, что там? Катастрофа. Водитель олигарх. И погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без цели. Заткнешься, нет?